Белые формы хлопка. Как мы уже с вами проходили, я рекомендую вам брать голубой, смешивать с охрой. Опять-таки вы создаете баланс, либо больше охры, либо больше голубого. Мы с вами усиливаем внутреннюю часть, закрашиваем и низ наших долек. Где-то можно слегка обвести непосредственно соединение наших долек. То есть все вы не закрашиваете. Всегда используйте эффект белой бумаги. Дальше мы с вами рисуем непосредственно стебелечки, которые держат наш хлопок. Они, соответственно, у нас будут коричневатые по цвету. Аккуратно кисточкой вы заливаете характерные элементы. Сверху они имеют такие усики, вот, а снизу плоскость, которая держит хлопковую коробочку. Всегда обращаю ваше внимание, прежде чем рисовать какой-то элемент, изучите, как он выглядит у вас на самом деле. Если вы хотите оставить в таком виде и работать непосредственно с акварелью, дальше возьмите синенький, соедините его с коричневым, чтобы он стал чуть темнее, более серый. И кое-где акварельно вы можете вот подчеркнуть основные части белого хлопка. Если же вы хотите поработать дальше с лайнером, вы совершенно спокойно берете лайнер и точно так же обводите детали, но уже более четко, более внимательно, так как здесь графика требует четкости. Можно добавить вот такой вот черный штрих к гелевой ручке, который даст нам дополнительные тени. Далее мы работаем с яблоком. Я специально нарисовала две линии, как круглого, так и овальной формы. Ну, прежде всего, чтобы наша форма вращалась, обращаю ваше внимание, что